Так, добрый день, наши дорогие. Всем привет, ребятки. У нас обедик. Мы вчера мукбунг не сняли, мукбанг. Ну так получилось, мы не сняли. Да, мы поссорились, короче, чуть-чуть. Ничего страшного. Ну можно было бы это не говорить. Ну ладно. Сейчас поссоримся. Не надо сейчас ссориться. Вот, рыбка вчерашняя, рисик у нас остался, который я вчера делала. Рыба изумительная. Да, рыба вкусная. Вот это все. Единственное, что светофора хорошая, это рыба. Вот, знаешь, почему я смеюсь? Ой, господи, завтра. Потому что я опять в камеру смотрю, любуюсь с собой. Там, прям вот так вот. Короче, ладно. А рис, ребята, получился отличный. Шикарный. Он рассыпчатый, вот даже, вот я же говорю, он у меня не пропаренный обычный рис и хороший. Я не знаю, я, наверное, в той жизни был японцем или китайцем, потому что я очень люблю рис. Обожаю просто. Там мне, конечно, не видно, что я японцем. Почему видно? Это японцы все худые. Ты сумо. Лишь бы что-то ляпнуть. Сумо. А ты откуда? Тебе еще трусики вот эти надо одеть. И на ринг будешь драться. Приятная водичка. Терпеть не могу, когда говорят приятная водичка. Там выпью, какая приятная. Приятная еда, приятная водичка. А еще не люблю слово подсластить. А сегодня вечером я буду делать, ну, эти булочки с сулугуни, да, только сулугуни, которые я делала. И еще не люблю слово нежиться. Он так нежился в постели. Ну и что? Это тебе говорили за ребенка. Зачем ты говоришь? Ой, как вкусно. Ну, вкусно. Как вкусно. Ой, вчера смотрел по Ютубу фильм. Советую вам тоже посмотреть. Он старенький, документальный. Ну как документальный? Ну, в общем. National Geographic сняло. Что? National Geographic. Надо по-английски немножко понимать. Ты вообще никак не поняла. Как будто ты. Слова жил. Да, проживал. Ну, в общем, за рождение нашей земли. А что, лучше бы я подавила вкусочкой? Короче, ребята, за рождение нашей земли. Короче, от начала и до появления человека. Советую лайк, репост. Вообще супер фильм. Ты напиши название ролика, как называется этот фильм, потому что... Непонятно, что там сказал. Ну, с тобой желание прикреплю его, если не будет тогда. В общем, зарождение нашей земли. Отличный. National Geographic снят. Фильм, по-моему, уже такой. Давненький. Там графика такая не очень. Но там рассказывается от и до. Как зарождалась наша земля. У меня косточка попала. В горлянку. От первых млекопитающих, одноклеточных организмов в океанах. Это ты вечером смотрел, да? Да, я как залип, короче, на полтора часа. А на полтора часа? А Никита тоже со мной за спиной. Я думал, он уже спит, я на паузу поставил проверить. Он: папа, включи. Спи уже давай. Папа, включи. Про трилобитов, ну очень, про динозавров. Ну советую, очень. Никите вообще по кайфу, да. Вообще мне понравился. Суперовый. Кто-таки как канал? Называется еще раз? Прожуй и скажи нам. Сейчас даже выпью. Что ж у меня такое костлявое попалось? Водишь, а мне ты костей взяла. Не знаю, прям он. Короче, называется «Зарождение нашей земли». А, ты что-то на английском говорил. Ну, от этого телеканала National Geographic. Ты что, такого канала не слышала ни разу? Американский канал. Ну, вот теперь я поняла тебя. Ну, да. Вот его график. Я с акцентом просто говорил. National Geographic. Ну, вот сейчас без акцента сказал. А на английском это звучит как? Может, будет англичанин какой-то смотреть или американец? У него уши скрутятся. Сейчас я скажу на английском. Тихо. Я сейчас скажу. Смотрите, на английском это звучит как? Сейчас. Тихо. Ну, Коть, пожалуйста, я акцент сейчас подбираю. National Geographic. Так люди не разговаривают.
Так люди не разговаривают. Звали, у меня косточки пошли. Какой там диктор, какое озвучивание, какой перевод. Может, ну, рыба есть. Может, ты не будешь рыбу есть. Буряк ешь. Ну, там уже целую банку буряка съела маминого. Минтай. Очень понравилась рыбка минтай. Вот надо в следующий раз попробовать ее сделать в томате. Давай. В кастрюльке сделаешь в томате. Очень даже вкусно. Я посмотрю, как делается, то я так особо один раз там в жизни. А там, по-моему, ничего сложного. Не, вообще ничего сложного там. Я не знаю, честно говоря. Там, по-моему, оно даже не обжаривается, просто... Да не, обжаривается, мне кажется. Обжаривается, потом тушится. А, ну да, да, мне да. Мне кажется, что не обжаривается. Да. Я просто вспомнила, как то. У нас такой ветер, ребята, прям... воет вообще ужас. Но холода нет. Холода нет. Погода... Все-таки такая, ближе теплая осенняя, не холодно. Но целую ночь был дождь, целую ночь был дождь. Да. Я сегодня смотрел с утра маму Отличника. Ну, есть такой канал в Ютубе. Отличника, да. Да. Так у нее там с балкона, я не помню, где она точно живет, у нее с балкона оторвала часть конструкции, представляешь, железной. И вот эта, которая труба идет на доме, тоже ее оторвала. Кусок. Подожди, она в частном доме, что ли? Нет. Она не в частном доме, она живет в многоэтажке. А как она услышала? Ну, в смысле, как услышала? Ночью оторвала кусок балкона, ты бы не услышала? Я думала, на крыше трубу ты говоришь. Нет, по дому идет труба. Ну, стоковая труба. Угу. Что? Водичка вот туда выходит с крыши. А вот надо было мне одну рыбу съесть, и все. Нет. Я уже наюся. Вот обожаю рис. Я не знаю. Вот мне достаточно, наверное, было бы сделать рис отварить. У нас была когда-то пароварка, у нас была и Нет, у нас была пароварка, потом мультиварка была. Ну, в общем, мне достаточно, наверное, было бы отварить риса и сделать вот такие куриные котлетки на пару. Все. И я бы себя и чувствовал по-другому. Помоложе, да? А причем одно к другому? Молодость и здоровье. Ну, если здоровее, то и моложе ты выглядишь. Душа молодеет. Душа всегда молодая. Понятное дело. Даже когда человеку 90 лет, тело стареет, органы стареют, а душа все равно остается молодой. Душа бессмертна. Сегодня, кстати, хоронят Александра Борисовича Градского. Уже идет процессия в прямом эфире. Очень много людей. Что, в прямом эфире будут показывать? Сейчас все процессии показывают в прямом эфире. Как люди прощаются. Да. А Бориса Клюева хоронили. Вплоть, извини за выражение, до... Могилы, да? Да, да. Не знаю, правильно это, неправильно, но все-таки на камеру. Ну, проститься люди, ну, многие знали, многие любили его творчество. Проститься надо. Просто что обидно, что замены нету. Вот уходят такие большие актеры, музыканты. Саша, замены нету. И не будет никогда замен. Он один и единственный тот человек, понимаешь? Конечно. Замены не будет. На его место. Не, никто не с таким заменит. Диапазоном голоса, с таким творчеством. Мне кажется... Читал одну книгу, а там писали, жалко, не то что, вот, не, ну, понятное дело, тоже жалко, что человек ушел, но жалко, что уходят его, ну, дела его, да, то есть он уже закончил, и вот те дела, которые были, остаются, сколько бы он мог еще хорошего сделать. Вот, например, какой-то меценат, который помогал детским домам, детям, ну, в общем. Сказал, что они может доедать и доел. Ну, и доел. Вот это вот жалко, что вместо этого человека, ну, понятное дело, что приходит кто-то другой. Может быть, но очень мало доброты в этом мире, очень мало доброты. Сейчас люди озлобленные очень люди. И вот смотрю,
даже на улицу выхожу, там, в магазине, в транспорте. Люди немножко озлобленные. Озлобленные, настроения у людей нет, улыбок на, лица, на лицах нет. Ну, а да. Чего тут улыбаться? Все свои проблемы. Ну, у каждого проблема. Коронавирус этот. Коронавирус, ну, тоже, да, он тоже чисто психологически влияет на настроение. Ладно, ребята, покушали мы. Спасибо вам большое, Людмила Николаевна, за рыбу и рис. На здоровье. Ой, спина что-то болит. До скорых встреч. Аля, Олю, ждите новые ролики, ребята. Что у меня такие морщины?